Александр Багашов воевал с начала войны, был в плену, бежал, организовал партизанский отряд в тылу врага. С 43-го года вновь на фронте, в 44-м с группой бойцов первым переправился через реку Южный Буг, захватил плацдарм в Винницкой области Украины, нанес противнику значительный урон и обеспечил переправу подразделений. За героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза.